Ур, привет, друг! Это Зверько и новостной выпуск грядущего обновления 1.4.18. Что обещают по обликам? 29 сентября будет доступен облик на Ланселота, Цветочный рыцарь. 899 алмазов и скидка 30% в первую неделю. Новый звездный облик месяца для Селены, горничная, будет доступен с 1 октября. Настало время представить спонсора. Это клан Милф в лице клан-лидера с оригинальным ником Ы. Подписывайтесь на стримы к этому замечательному и веселому человеку. Также разыгрываются три облика. Тебе надо лишь подписаться на Ы, быть подписанным на мой канал и оставить свой ID в комментариях. Изменения героев. Линг. Прирост атаки уменьшили с 11.6 до 10.25. Первый навык. Чуть добавили шанс крита на 6 уровне. Было 15%, будет 17.5%. Второй навык. Увеличили базовый урон на 15 на всех уровнях. Убрали шанс крита с этого навыка. Но теперь при ударе цели Линк исцеляется на 25-50 хп. Вот тут, конечно, возникает вопрос. У нас хп исчисляется тысячами. И такое микроисцеление довольно странно выглядит. Даже учитывая быстрое КД навыка 2,5 секунды. Ульта. Уменьшили немного восстановление энергии, когда подбираешь меч. Вместо 30 лишь 25 очков энергии. То есть перед комбинацией теперь нужно будет быть подготовленным. Пассивка. Теперь у Линга врожденный шанс крита 20%, но он расплачивается крит уроном. Отняли 40%, то есть будет наносить 160% урона вместо 200%. Если это оставят на релиз героя, надо проверить, уменьшается ли критический урон от критов предметов. Если ты видел мой выпуск о критах, то понимаешь, о чем речь. Чуть уменьшили расстояние второго навыка. Валир. Первый навык. Базовый урон первой и второй фазы уменьшили на 30 и 15 очков соответственно на всех уровнях. Второй навык. Уменьшили базовый урон стены огня со 100-150 до 80-120. Магический бонус тоже уменьшен с 30 до 24%. Ульта. Увеличили начальную перезарядку с 30 секунд до 36, 33 и 30 в соответствии с уровнем навыка. Оптимизировали аватар. Но что сказать, уменьшение урона второго навыка и увеличение КД – это нерф Валира на ранней стадии боя. Бруно. Первый навык. Теперь после автоатаки в пустоту мячик не теряется. Спрашивается, как уворачиваться от расфармленного Бруно. Пишите в комментариях, нужен ли гайд на нового Бруно. Лапу-лапу. Первый навык. Изменили расчет урона. Теперь базовые атаки больше и больше растет с уровнем. Наталья. Первый навык. Улучшили описание и анимацию. Очень ценная информация. Ульта. Базовый урон увеличили на 50 для всех уровней, а бонус уменьшили с 70% до 50% физической атаки. Хотя и так толку от этой ульты. Замедлить противника до крипов чистить. Зато усилили пассивку. Теперь атака из невидимости прибавляет к урону 100 единиц плюс 10% бонуса от физатаки. Горд. Первый навык. Убрали эффект замедления. Второй навык. Интервал урона связали с анимацией. Увеличили магический бонус с 20% до 30%. Ульта. Теперь замедление длится 1 секунду, но силу замедления подняли с 10% до 30%. Сложно прогнозировать такие изменения. Но то, что убрали с первого навыка замедление, это во вред. Меньше урона нанесет комбинация вместе со вторым навыком. Но вот увеличение замедления в ульте – это плюс. Баданг. Первый навык. Уменьшили силу замедления с 50 до 30%. Второй навык. Уменьшили КД на 1 секунду для всех уровней. Чу. Первый навык. Немного уменьшили время подкидывания от этого навыка. Ульта. Если раньше КД было 34 секунды лишь на первом уровне, то теперь оно на всех по 34 секунды. Иксборг. Уменьшили количество энергии от батареек с 20 до 15 единиц. Хоть герой мне и нравится, но очень сложно убивать того, кто так быстро восстанавливает себе броню и ульту соответственно. Грок. Первый навык. Опять переработали урон. Теперь добавили на первом уровне и уменьшили на 6 уровне. Будет 400 базовой атаки на первом и 700 на 6 уровне. Теризла. Ульта.
уменьшили замедляющий эффект с 55 до 20% и немного уменьшили радиус захвата врагов. Хоть я и не играю на Таризле, но он требователен к рукам и таймингу. Зачем нерфить? Харид. Пассивку, которая уменьшала время контроля Хариту, уменьшили с 60% до 45%, чтобы было время поймать его в контроле. Эсмеральда. Уменьшили прирост ХП с уровнем с 201,5 до 191,5. Фанни, Хаябуса, Заск, Аврора оптимизировали эффекты. Изменения в дополнительных навыках. Отомщение, которое забавно багнулось на основе. Действие увеличили с 3 до 4 секунд. Увеличили множитель урона с 15 до 20. Это даст немного больше урона. Огненный выстрел теперь поражает уроном группу целей. Прибытие. Теперь следующая базовая атака после телепортации наносит бонусный урон в чистом виде. Но урон небольшой и от предметов не увеличивается. Изменения в предметах. Робот тишины. Увеличили магическую защиту с 24 до 30. Оракул. Магическая защита увеличена с 36 до 42. Щит Афины. Увеличили магическую защиту с 56 до 62. Пассивка. Щит теперь будет давать меньше в начале игры. Лишь 170 вместо 450 хп щита. Но со временем также вырастает до базовых 1150. Значение зависит от времени матча. Видимо, разработчики облегчают судьбу магов в начале игры. Непопулярные прочные сапоги стали дешевле на 50 золотых. Господство льда. Усилили замедление передвижения. Было 5%, теперь замедляет на 10%. Возможно, пригодится некоторым автоатакерам. Маски. Теперь эффект отказа от голды и опыта в пользу союзника спадает на 12-й минуте боя. Также немного уменьшили силу масок 3-го уровня, хотя по описанию все по-прежнему. Также добавили новую карту в честь Хэллоуина. На этом все. Подписывайся на канал и ставь свою замечательную лапку. Удачи, друг! Тупый яд, вот так ушел, мертвый отряд, а не жив, что?